восхищение. И вам повезло, вам. Я хочу сказать, что культура, как вы знаете, началась с труда. Культивировали землю, человек начал работать сегодня, чтобы жить завтра. А ваша организация, Славянская академия, работает уже над этим фестивалем 8 лет для того, чтобы завтра была культура, славянская культура, она развивалась, она жила, давала всходы. Сегодня видели замечательных детей, которые, пропитываясь этой культурой, вырастут и понесут ее дальше. И это основная, главная, замечательная миссия, которую выполняет Славянская академия под руководством Элки Няголовой. За это прошу аплодисменты. У меня будет три подарка. Первый – это лучший подарок, как говорят по-русски, это книга. Потому что мы тоже занимаемся тем, что собираем авторов и даем возможность опубликоваться и попасть к читателям. И сегодня я привез для вас и для Элки двухтомный выпуск антологии русских поэтов Латвии. Это свежий выпуск, только что 8 мая была презентация в Риге. Сюда попали около 200 авторов конца 20 и начала 21 века, наших современных авторов, живущих сейчас в Риге. И я вручаю этот подарок от нашей Международной ассоциации писателей и публицистов Славянской академии в лице Элки Няголовой. Теперь второй подарок я хочу сделать уже не как президент писательской организации, но как представитель города Риги, потому что сейчас Варна борется за...